Пенсионный возраст – не повод отказываться от физической нагрузки. Прекрасным свидетельством этому служит группа «Здоровье Надежда», созданная в Бавлинском районе для поддержания здорового образа жизни людей серебряного возраста. Группа «Здоровье Надежда» начала свою работу в июне 1998 года. Основная группа занималась клубом «Надежда» по понедельникам. Мы изучали программу самооздоровления, саморегуляции, самовосстановления. И эта работа сама по себе заставляла нас обратиться к восточной медицине, к фитотерапии, дендротерапии, ароматерапии, цветотерапии. То есть направлений очень много научных данных в последнее время, которые использовали выздоровление клуба здоровья. На мероприятии присутствовали совет ветеранов, активисты группы здоровья. Сегодня у нас такой радостный праздник. Сегодня мы отмечаем 25-летие группы здоровья «Надежда», руководимая нашей уважаемой Савией Мансуровной. Сегодня мы здесь, члены совета ветеранов, активисты группы здоровья, которые Валентина Сергеевна руководит. Тут у нас теннисисты, тут у нас, короче, все спортсмены. Цель создания клуба – против наркомании, алкоголизма, вредных привычек, профилактика многих хронических заболеваний. Клуб «Надежда» посещали люди Павлинского района разных возрастов. Они занимались и в школах, и на предприятиях. Гузель Абдуллина, БРТ.